Привет, дорогие друзья, привет, гости, подписчики. Ничего не предвещало беды, сижу, короче, приносит Honor. Honor 10, простой 10. У нас вот такое разбитие. Я прям удивлен, это у нас IPS-матрица, не AMOLED. Также у нас тут сканер отпечатка пальца в экране. Я уже разбирать начал. И дисплей у нас вот такой, вместе с сканером отпечатка пальца, в сборе модуль. Сейчас будем менять модуль целиком, потому что дисплей спасать смысла нет. Во-первых, трех сканер отпечатка пальца тут не снимается, насколько я полагаю, понимаю. Поэтому вот, проливаем изопропанолом, уже завел карту под стекло, чтобы ускорить процесс. И, в принципе, стекло у нас тут приклеено только по кругу, по краю. Сейчас мы его обильно так прольем. И потихоньку, чтобы не повредить, отклеим. Потому что что-то менять не хочу, я стекло заднее особо. Так, все, сел. Разрядился, по ходу дела. Так. Сепаратора нету. Ну, в принципе, я думаю, тут ни к чему. Заднюю мы так отклеим, а переднюю, дисплей точнее, нам особо сохранять смысла не надо. Так что мы его просто отковыряем и все. И, кстати говоря, вот клей такой достаточно хороший, но в то же время и легко размыкает от изопропанола, так что я думаю, снимем ее без приключений. Без особых усилий. Я тут краем глаза подсмотрю, как он разбирается, честно говоря, и нам особо-то много разбирать не надо. Так, по мелочевке сейчас раскидаем. И на этом, я думаю, отремонтируем. Карту глубоко не заводим, там шлейфа у нас идут. Правда, не с этой стороны, с другой, но все равно. Карта может у нас выскочить, в принципе, и на ту сторону тоже ускакать. И бывало у меня вот этой карты, я, кстати, резал шлейф один раз на Самсунге. Так что лучше не рисковать. Сейчас будет самое интересное возле камеры. Проскочить надо будет как-то. В принципе, возле камеры это заскочили нормально, кстати. Да, тут более-менее возле камеры попроще. Попроще возле камеры. И где-то вот тут еще уголок, да. Так, ну, в принципе, я по кругу-то провел. И, знаете, да, крышка, в принципе, приклеена не сильно. Крышку не повредили. Краска тоже целая. И даже сама клейка и основа целая. Так что, я думаю, наверное, на нее и прилепим обратно. У нас тут термо... экран я вижу, который распределяет температуру по всему корпусу телефона, чтобы телефон не перегревался. Достаточно такой добротный, не рвется. Обычно бывает такую шнягу делать, которая рвется. Так что я думаю, мы ее без проблем отклеим. Да, отклеилась. И, как я говорил, у нас, в принципе, тут разбор-то особо такой не трудный. И инструмента много не надо, и сам разбор не трудный. Снимаем вот эту вот защиту отсюда.
Извиняюсь, маленько отвлекли, но ничего страшного. Так, давайте продолжим сейчас. Снимаем защитные вот эти экраны. Они нам тут мешаются. Болты надо не потерять, не перепутать. Так, что-то нам тут не дает. А, ну правильно, защитная вот эта вот термонаклеечка. Все. Сняли. Отстегиваем шлейф аккумулятора. Вот так. Все, телефон обесточен. И вот это вот шлейф у нас дисплея. Тоже его отстегиваем. И вот этот отстегнем, системный шлейф. Потому что мы его снимем и будет мешаться. Запоминаем, болты у нас вот тут серебристые. Тут у нас черные болты. Чтобы не перепутать, запоминаем. Болты у нас такие же, как на верхней крышке. Так что ложим их туда же. Аккумулятор снимать не будем. Он нам тут не мешается. Кстати говоря, вот такая пакость тут у нас имеется. Видим, да? Когда срезать будете крышку, можно вот этот шлейф рубануть. Так неудобно он там находится. Теперь черные болты тоже отсюда изымаем. Ага. И вот эту вот штукенцию убираем. Здесь у нас динамик, вибромотор, антенна. По стандарту, короче, там все. Далее шлейф вот этот отстегиваем. Вот этот отстегиваем, убираем. Вот так он был в направлении. Видим, да, вверх есть даже. Отстегиваем коаксиальный кабель отсюда. Мешается, потому что тоже. И вот эту вот системную плату саму с разъемом зарядки надо отсюда как-то вытащить. Правда, я не знаю как, но сейчас попробуем что-нибудь приподнимем. Да, она просто приклеена по ходу дела, так что главное не сломать, в принципе, эту плату, потому что ехать за ней что-то мне неохота. Стоит она 100% недорого. Все, так, отклеил. И убираем в сторону. Вот эту вот резиновую херню тоже выбираем. Мешается. Это у нас был шлейф сканера отпечатка пальца. Дисплейный шлейф у нас здесь. Так, еще раз извиняюсь. Ну все, в принципе. Здесь я уже лезвие завел под дисплей. Дисплей нам не нужен, напоминаю, да? Так что так его. Так я его сейчас отсюда, в принципе, оторву. Он, кстати, приклеен у нас тоже только по краю. Так что. Но сам герметик, на который он приклеен, здесь достаточно твердый. Так что будет маленько сложновато. Но это будет только маленько. У нас такое место попалось. Так, продолжим. Подливаем еще спирту. Здесь, кстати, у нас сканер. Сканер, говорю, датчики находятся. Надо сюда вот, наверное, лезвие пробовать загнать. Не хотит. Так, давайте вот сюда попробуем. Вот сюда загналось. Блин, ну ничего, загоняется и тут же выскакивает. Сейчас мы нальем изопропанол. Все. Да. Стоило только капнуть спирту. Угу.
Очень хорошо. Вот так у нас все сошло. Остались небольшие осколки, но мы их сейчас отсюда уберем. И в принципе, сеточка динамика, конечно, у нас пострадала еще от грязи. Герметоз у нас весь остался на старом дисплее. Также у нас тут осталась сеточка динамика. Надо не забыть ее поставить. Так, вот она, сеточка динамика. Короче, новый дисплей подкинул. Изображение есть, в принципе. Сейчас тач проверим. Если успею, потому что телефон севший, может быть, и не успею. Да, у нас тут, в принципе, сейчас, секунду. Так. Да, не успел, сейчас заряжу, проверю. Так, собрал такую нехитрую конструкцию, там подкинул зарядку. Сейчас включится, в принципе, проверю. Чтобы не поставить нерабочий дисплей. Клеить, к сожалению, буду на E8000, другого нету под рукой. Но ничего, на прищепках поставлю, склеится, высохнет, нормально будет. Так. Вижу, вот это отсвечивает все. Тач, в принципе, реагирует, отзывается нормально. Думаю, все хорошо будет. Сейчас попробую в корпус подкинуть и продолжим. Ну что, я, в принципе, все проверил. Рамочку тщательно зачистил. Теперь дело за малым. Берем клей. И, наверное, я буду наносить на сам дисплей, потому что рамочка очень тонкая, и нам подсветку бы желательно не залить еще. Поэтому все-таки, наверное, на дисплей нанесу. Слой будет тоже очень тонкий. Ну, я надеюсь, ничего у нас не отклеится. Очень такая тонкая работа, честно говоря. Лишнее, в принципе, выдавится. Здесь лишнего. Главное не налить, чтобы, во-первых, датчики не залить, во-вторых, камеру, чтобы не залить. Так, ну все. Клей в сторону. Сетку с динамика ставим на место. Так, сетку уложили. Теперь в рамочку вставляем. В рамочку вставляем. Шлейф кнопки вот этой. Отпечатка пальца вытаскиваем. И, в принципе, рамочку ложим. Все, сейчас на прищепке. Пусть подсыхает. Ну все, телефон я подскидал. У нас, кстати, датчик распознавания лица где-то здесь должен быть. Face ID, так сказать. Единственное, что я проверить сейчас не смогу, это
сканер отпечатка пальцев, а так, в принципе, тач отзывается, подсветка у нас вся живая, клей мы оттерем. Так, заблокировали телефон, сейчас дособираю еще. Кстати, ссылка на дисплей будет в описании под этим видео. Проходим, смотрим, покупаем. Также там будет ссылка на нашу группу и еще несколько ссылок, так что проходим, покупаем. Ставим лайк этому видео, подписываемся на канал и до новых встреч, пока-пока. Love you.